Всем привет, народ! Вы на канале Фэншоп Полезный и не очень. Продолжаем тестировать нашего героя Poco M5. Лайк, подписка за старание, и мы начинаем. Погнали! Версия 4,64 гигабайта. Очень много комментариев написали, ребят. Спасибо за активность. Решил запилить вам новый игровой ролик с новой подборочкой. Да, их не так много будет, но все игры, которые в комментариях писали, я все включу в этот топ. Так что присаживаемся поудобнее, достаем вкусняшки и погнали. Вперед. Первая игра у нас будет World of Tanks, или как она там, Tanks Blitz, они по-разному называются, в общем. И в общем, это танки. Давайте приступаем. Я не знаю, где здесь настройки, конечно, наверное, надо танк выбрать. В общем, по умолчанию. Я не знаю, какие выставляются. Давай, одну выезжай. Как видим, стабильнее 62 FPS. Так много-то. Live after. Запускаем. Тоже игру просили протестировать. Выполняю. Да, ребят, если хотите, чтобы я еще что-то кроме игры протестировал на данном телефоне, напишите внизу в комментариях, я прочитаю и запилю это без проблем, сделаю по вашим желаниям, так сказать. Не знаю тоже, где здесь настройки, конечно, ставятся, но все по умолчанию стояло. О, пес. Пес! Это что за тело? Не шевелиться. Пожалуйста, не стреляйте, Холмс, это мы, не стреляй. Мистер, это Холмс, наш друг, о котором мы говорили. Ну чё, бобры? Нифига, целый апокалипсис. Сваливайте. Сваливаем, ребята, сваливаем. То есть на средних, в принципе, идет замечательно. 30 кадров в секунду. Конечно, высокий я бы не советовал, он подтормаживает, тяжеловато ему. Особенно в таких вот городских сценах, где очень много народу. Поэтому средние ставим и играем.
просто радуемся. 30 FPS, замечательно. Играет вполне себе комфортно. Хотя напишите, ребят, внизу в комментариях, как у кого идет, на каких FPS, мне интересно. Я просто первый раз эту игрушку вижу, эту игру мне посоветовал подписчик, она реально крутая. Ну вот видим. Условно. Давайте я зайду. Средний, HD. Какой ты дяденька, здоровый такой, страшный. О, на местность он поднимается с очень большой скоростью. Ну да, в сложных локациях, конечно. Опа-на. Нифига себе, ребят. На. Взрыв. Опа-на, у меня такая. Иди сюда. У меня тут еще какая-то. Далее, далее, далее. Мне еще попросили протестировать Rocket Royale. Давайте ее и запустим. Давайте посмотрим настройки. Видео, качество графики 60. Наилучшее 60 кадров. На максималочке тогда получается, да. Вижу, все 60 FPS нам отрабатывает. Слихой. Чем мне стрелять? Алло! Я дубинами бегаю. Иди сюда, я тебя дубиной убью. Меня тут огасит. Чел, успокойся. Успокойся, бобер. Я ни при чем тут. 60 кадров идет. 50-60. На максимальной графике. Ну как бы-то хочется кого-то убить. Кто-то там все мочит и мочит. Ствол. Уходим. Ствол, где ствол? Блять, патронов нет. Мазафака. Вы серьезно? Все, он бежит. Он бежит за мной. Камон. Я все равно не могу понять, почему нету сразу ствола. Чуваки. Ау. Вы где? Даже со стволом меня кончил, засранец. Так, заходим в настройки. Идем. Видео, качество графики стоит среднее. Разрешение такое. Замес. О. Да. Ну а тебе нафиг. Бля, ты чё? Тише будь. Как видно, ребят, стабильный 30 FPS. Все отлично идет. Без лагов, подтормаживание. Еще одна игрушка. Классно, я решил ее в топ включить. Графика. Все на максимум. Высокая, 60, высокая. Очень крутое. Действительно реализовано, но очень здорово.
Не нравится мне эта игра. Залетел на дрифте. Ух! Лайк, ребят, лайк за это. Ребят, кому игра понравилась, ставим пальцы вверх. Пишите внизу, как вам игрушечка, залетела, не залетела. Я просто фанат Need for Speed был в свое время. Напишите, ребят, алды в комментариях, кто помнит эту игру, знаменитую Underground 1 и 2. Это было что-то невероятное. Да и, в принципе, следующий Most Wanted была бомба, реальная бомба. Кому видео было полезно? Понравилось, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, если до сих пор еще не подписаны. Пишите, ребят, какие игры или какие функции этого телефона протестировать в следующий раз. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет про фэншую. До новых встреч. Пока-пока.